Проживаю в городе Воронеже в многоквартирном доме по адресу Политехнический переулок 3. И вот уже второй год, как наш подъезд заливает. В доме прохудилась ливневая труба в подъезде, и каждый дождь у нас начинается потоп. В прошлом году было несколько пожаров по причине замыкания электрической проводки. У нас протекает также канализационная труба, и каждый раз мы вызываем специалистов для того, чтобы они отремонтировали ливневую трубу и трубу канализационную, но, к сожалению, никаких действий не последовало. Обращались не только в управляющую компанию, но и в администрацию, в жилищную инспекцию. Приезжала комиссия с жилищной инспекцией, управляющая компания разобрала часть стены для того, чтобы, возможно, отремонтировать ливневую трубу, но ремонта не последовало. Весь прошлый год мы прожили на чемоданах. Боимся, что опять замкнет проводку и начнется пожар. Просто не знаем, как бороться с этим ужасом, куда обращаться и как добиться решения этой проблемы. Я постараюсь выйти на депутатов Государственной Думы, которые являются по Воронежу, и постараемся этот вопрос решить. Мы вас не оставим. Будем встречать зиму, я думаю, в нормальных условиях.